друзья, с вами СтивПро, и сегодня я покажу вам модный дронбайк для Майнкрафта по Гидрейшн. После установки данного мода в вашем мире появляется байк из фильма «Трон». Ну что ж, давайте оставим наши первые троны. И вот такой байк, да, у нас появляется после установки данной модификации, на котором вы сможете также прокатиться. Но минус этого мода байка скользит в том, что они будут двигаться и будут стараться сбежать от вас. Ну что ж, вы сможете на нем довольно прикольно прокатиться. С ветерком, могу сказать и так, но их скорость довольно не быстрая. Но вы также сможете прокатиться и на этом синим багнутым мотобойке. Ой, мотобайки, да, я неправильно сказал, но такое бывает. Ну что ты делаешь своими руками? Ну что ты делаешь, рука блуд? Ну, все хорошо. Мы катаемся, но, как видите, бывают разные баги. К примеру, текстуры могут трястись или просто текстуры могут пропадать. Но это бывает в каждом моде, поэтому удивляться этому нечего. Также ваш мотобайк вы можете собрать и таскать с собой. Что ж, давайте заберем еще один наш желтый мотобайк, который уехал довольно далеко, и поэтому это очень большой минус этого мода. Что ж, залезем на него и отправимся в нашу деревню, где мы его и разберем, так сказать. Так, и что ж, отправляйся вместе с нами, дружок. И что ж, мы довольно прикольный, вот. Ну, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.